Снег почти растаял за 2 дня. Делаю пробежку. Я нахожусь в Ликтон Спрингс, район Сиэтла. Это северная часть Сиэтла. Я побегу в сторону Гринвуд. Это западная часть. По карте 40 минут ходьбы. Бега минут 20. Закаленным с детства, так как зимой температура 5 здесь где-то примерно такая, и ты одеваешься в демисезонную одежду, то есть нет резкой зимы минус 10, минус 2, а вот плюс 1 до плюс 15 ноября, соответственно, многие ходят здесь в шортах зимой, и в майках некоторые. То есть, когда я первый раз приехал и видел, как взрослые дети ходят в тапочках, в майке, в шортах или, допустим, в куртке и в шортах, в кроссовках, и на улице там плюс 3, я в куртке зимой, зимней, утепленной, в шапке, в рукавицах, в теплых штанах, в общем, полный комплект зимний, и рядом проходит в шортах. Это было необычно. Потом я понял, привык, что они привыкают к такому холоду небольшому. И для них это как наоборот приятно. Вот, допустим, сейчас не знаю сколько плюс, может плюс 5. И мне нормально. Все уже тоже. Становлюсь закаленным. Так, я не знаю, 92-я улица. Это все частные секторы. В основном вот заброшенный дом. В основном 2-3 этажа квартирные. Вот слева новострой трехэтажный. Вот
дороги повсеместно строят. Промышленная часть, в смысле магазины разные, машины продают. Три дня назад здесь было все в снегу, забито. Вроде долго светофора. Если до этого были квартирные, в основном трех-четырех, ну трех-двухэтажные, то это идет там в основном арендованные. Здесь идет частный сектор, именно дома. Частные дома. 90% деревянные. Если с разбегу вот двинуть стену, он может сломать ее. Так как здесь не холод, круглый год, и нет смысла строить утепленные. Это новострой, я показывал до этого. Квартиры его, скорее всего, сдавать будут. Кондоминиум трехэтажный. Это тоже, это, скорее всего, частный. Этот синий. Там пластик. Деревянные дома, вот это предыдущая постройка, тоже дают. Такими новыми, пластиковые. Тихо, спокойно. Как деревня. Хотя это я бегал на Green Lake до этого. А сейчас решил пробежаться и перекусить заодно. Место называется Dick's. Это фастфудница. Она именно Сиэтла. Больше нигде нет. Там бургеры, картошка, как обычно. Особенность того, что туда все Сиэтла жители любят ходить. Хотя это обычная дешевая фастфудница. Я один раз взял бургер, мне не понравилось. Хочу взять в другом месте, в том же.
что классно, то что здесь хвойные деревья, здесь воздух свежий очень, потому что когда я был в Сакраменто, там воздух настаивается, всегда жарко, нет облаков, дождей, здесь дожди идут часто, в основном такие моросящие дожди. Ливни редко. Ну, не редко, но не так часто. Снова моросит. Это, кажется, Гринвуд. Да, Гринвуд Авеню. Пешеходы, переход далеко. Я вообще как вы этот район Гринвуд, здесь зелень даже на асфальте. Вот он. Так, мне нужно на 12-ю улицу. Более густых частных застройках. Здесь даже нету для пешеходов дорожки. Здесь нужно ходить и бегать по дороге. Да, если часто так. Океана из залива, океанская вода. Здесь парк для животных. Нужно прогуливать здесь парк. Это бассейн, это парк. Сейчас температура и ощущается как ранняя весна. Здесь и так зелень на круглый год. Здесь трава постоянно зеленая. Из-за обильных осадков. И нет низких температур. Так вот, когда после дождя и вообще, когда ветер дует с океана, бриз, здесь очень свежий воздух. Вот это написано Greenwood. Гринвуд, то есть район, не район, а микрорайон, что в районе есть микрорайон. Гринвуд переводится как зеленое дерево, зеленый лес, не форест лес, вуд это дерево, зеленые деревья. Там шестая, четвертая, шестая, там я на 12-й перекресток. Так вот, этот Дикс, фастфудница, она была основана больше 50 лет назад. Она так и не распространялась никуда. Какая-то семья в этой дачке держит.
И я видел рекламу, что это одно из любимых мест еды Билла Гейтса. Чтобы было удивлен. Даже показывали фотки, в каком очереди стоит за этим фастфудом. Чтобы понимали, там стоит бургер самый дешевый, доллар с чем-то, доллар 50. Это очень дешево. Но они утверждают, что у них местная картошка только своя. Здесь, конечно, спуски и подъемы с залива, идет подъем. Вообще, вот если с центральной части подниматься к северной части города, то это будет постоянный подъем. Если с запада, с северной части, то будет подъем, спуск, подъем, спуск волнами. Так как горы формируют эти. Вот здесь опять спуск, здесь спуск, подъем, здесь подъем. Улица Дигби. Вот новострой справа. Его строят быстро, месяц за месяц, 2-3 максимум. Скупают старые дома или деревянные, вот такие, как впереди синие. Разваливают. И за месяца 3 строят. С нуля. Он более энергоэффективный. Много чего нового из электроники. Из всяких еще прибамбасов нужно. В районах в основном соседи знают друг друга, более квартирных перед Авророй, где снимают жилье, там мало кто знает друг друга, может только соседи так рядом, которые это частники. Летом они перекрывают свои микрорайоны, особенно в районе Балларда, один из старейших районов Сиэтла. Ставят столы, то есть они согласовывают с муниципалитетом, что они перекроют, допустим, на 2-3 дня свой микрорайон.
собираются семьями, ставят столы и делают барбекю, всякие там развлекаловки. Часто такое видел летом. На Capitol Hill, это центральная часть Сиэтля. Capitol Hill — это район. Он считается самым тусниковым, там бары, дискотеки, ЛГБТ-меньшинство, короче, весь сброд там тусуется. Они перекрывают это на неделю летом, кажется, в августе, если не ошибаюсь. Район. И делают там концерты. То есть это блок-пати называется. И на Google Maps там показано блок-пати. Там не ездит транспорт общественный. Так, 12-я улица. Вроде там. И проводят концерты. То же самое, там и так до хера баров. Они еще дополнительно. Ну, в основном концерты делают, перекрывают, и все там ходят, тусуются. Вот этот. Dix Deluxe. One deluxe fries and cola small. Deluxe fry and a small coke? Huh? Deluxe fry and a small coke? Yeah. Стоят столбы. Жалко, отравы. Куда-то прибомбиться, поесть.
было 8 баксов. Картошка. Она обжарена хорошо. Бургер делюкс. Обычный. И кола. Навряд ли я еще буду есть это. Я это ем час только для того, чтобы пробежаться до точки. Не зря побегать. Перекусить и попробовать что-то новое. В следующий раз я пойду в другое место. Что я смотрю некоторые места, которые я еще не пробовал. Раньше я азиатскую много кухни пробовал в разных местах. Сейчас пробую все подряд. Местные привыкли с детства ходить туда, хотя они могут взять ту же картошку в магазине, уже тоже приготовленную, и есть ее дома или там же, где-то на улице. Но они привыкли, это у них как традиция идет, ходить в такие местные чисто забегаловки. Когда открывался в Кенте, там между Такома и Сиэтлом, да, поколениями приходили. То есть дедушка, бабушка, их сыновья, дочки, их внучки, правнучки туда приходили на открытие. Просто дань традиции. Надо найти где-то место, пока не остыло. Сегодня среда, 16 или 17 февраля. И обычно в четверг здесь ездят мусороводы, убирают. Такие вот районы, они похожи во многих городах, в большинстве городах. Тихие, спокойные, одноэтажные дома. Сколько я по Сакраменто ходил там, бегал, ходил, ездил, то же самое, только теплее. Здесь интересно, что здесь в основном демократы. Бегают во всех возрастах здесь. Просто по району бегают.
вот демократы здесь. Вот где горы идут. С этой стороны залива и океана. Живет 3 миллиона человек. 6 миллионов всего в штате. То есть здесь половина населения живет. Такома, Сиэтл, Белевью, Эверетт. Называется Big Seattle Area. И население постоянно увеличивается. Многие переезжают с восточных и, ну, в основном с Калифорнии сюда едут. Я тоже с Калифорнии сюда переехал. И многие, я знаю, тоже или хотят, или уже переехали из Калифорнии. Что, в Вашингтон или в другие штаты. И, но интересно, что за горами идет восточная часть штата, где в основном республиканцы. И там больше фермерская область. Выращивают яблоки, картошку. Там они граничат с штатом Айдахо. Дорога такая, бетонка, идет в районах. В Такоме такая же, бетонированная. Асфальт ставят только в более больших. Ну, не знаю, вот бетонки здесь много. Здесь асфальт. И там выращивают еще малина, клубника, черника, арбузы, дыни. Погода позволяет. Хотя там сухая погода, более суше, чем здесь, потому что горы закрывают. Если я по этой улице прямо пойду, то я выйду к своему дому как раз. Минимальная зарплата в Сиэтле сейчас 16 баксов с чем-то для крупных компаний. Там более 1000 человек, если работает. Ну, короче, меньше 15 Сиэтле не платят на любой работе. Если ближе к Сиэтлу, пригороды, там может быть 13-14 минимально в час. Где-то присесть, похавать нету. Все частное. Парка небольшого где-то рядом. Я не знаю, где есть.
слева же парк, который я проходил. Собачный. Может, там есть какие-то столы? Обычно в парках есть, но это чисто для собак, для животных ходить. Какая-то скамейка, может. Вроде норма. Наконец-то скамейку нашел. Здесь в парках, в районах есть небольшие парки делают. Они распределяют их специально. Периодически. Дезинфекции. Картошка ничего так. Хорошо пожарена. Thank you.
Эта картошка лучше, чем Макдональдс, однозначно. В Макдональдсе она соленая, до конца не прожаренная. Вот это? Цвет обжарки. Здесь даже люди здороваются. Сейчас пришел чувак с собакой. И он поздоровался. И некоторые в районах тоже, куда идешь, если видишь их на лицо, то они тоже с тобой здороваются. То есть как бы... Они живут здесь, им приятно с кем-то поздороваться. Еще у Вендиса хорошая картошка. И в Тако Белле. Сезонная. Friends of mine he hasn't met. I don't think they're real.
неплохо. Думал, будет хуже. Ну, я, честно говоря, думал, будет хуже. Но по сравнению... Короче, я понимаю, почему они любят. Не только потому, что традиция. Картошка вкусно приготовленная. По сравнению с другими. Дешевле, чем другая, лучше приготовлена. Булочка такая, средняя. Вообще ни о чем. Мясо тоже среднее. Для пробы сойдет, но больше брать не буду. Нужно идти с этим пакованом, что здесь мусорки нет. Это для всех. У каждого своя. А если ты выкинешь, вот, допустим, в эту, можно штраф схлопотать. Частную нельзя. Нужно идти где остановки или там магазины, только там можно выкинуть. Как бы на улице никто ничего не бросает. Не принято. Я знаю, допустим, в Токио, да, в Японии вообще, там тоже нет мусорок уличных, тоже только возле больших каких-то учреждений, магазинов тоже такое. То там ты ходишь с мусором по району в руках, пока не найдешь место, где выкинуть. То есть ставишь сумку, в руках держишь, неважно. Я собираюсь поехать в Токио в сентябре 21 вот этого года. И в
Осаку. Неделю там. Посмотрю, что и как там происходит после Олимпиады. Если они вообще будут пускать. Кстати, насчет мусорок. Здесь трех цветов. Зеленый, синий и черный. Garbage черный, recycle. Garbage мусор. Все, что не перерабатывается. Синий, recycle. Для переработки. Бумага, железо, металл, стекло, пластмасса. И зеленое — это компост. Деревья, ветки, бумага, которую можно переработать. Все, что нельзя, уже ставишь в мусор. Трех видов. Насколько мне известно, есть еще для батареек. Не знаю, как они их утилизируют. Короче, есть от Seattle Public Utilities. Это как перевести, короче, домохозяйство Сиэтла, оно пускает брошюры, и там написано картинками нарисовано, что можно, куда что сортировать. Так закрывают улицу, перекрывают, чтобы не ездили. Такой видончик. Я спускаюсь, потом мне надо будет чуть подняться, чтобы домой прийти. Такими волнами. И все зелено. Круглый год. Так вот, нужно, допустим, стекло, если ты ставишь, то не надо ставить грязное. Если ты бутылку или что-то стеклянное, нужно ее вымыть сначала, а потом поставить в переработку. Бумага, надо смотреть, если ее можно или нельзя. Есть разноцветные бумаги, то их нельзя перерабатывать, они ставятся в мусор. Если можно, то ставят в переработку. И вот они выставляют, сегодня среда. Завтра будет ехать одна машина. Вот, ставить бумагу слева. Завтра будут забирать. Вот она ставит коробки на ресайкл. Переработку. Скорее всего, от Амазона посылки. И она ездит завтра, машина, по городу. Именно по северной части, не знаю, как в других районах. И забирает только переработку, синий баки. После нее ездит в тот же день машина, которая забирает только мусор. И еще одна машина, которая забирает только компост, зеленый бак. То есть они в один день три разные машины забирают. Мусоровозы. И если они увидят, что ты поставил неправильно, ну, тот, кто забирает, то он может сделать заметку и херануть штраф потом в муниципалитет. А штрафы большие. Не знаю, сколько это должны быть машины. Если ты поставишь стекло в мусор, тебе точно штраф нужно пройти, 90%. Так что, хочешь не хочешь, а надо сортировать.
одна из оживленных трасс. Кстати, это впереди бомжи. Здесь тусуются, вот где на остановке стоит проститутка. Это бомжи. Здесь справа есть, которые кормят организацию. Дают еду. И по всей Авроре вдоль. Стоят, ходят зимой, летом, неважно, погода какая, по штуке ходят, просто по трассе, вот, ну, вот рядом. И вот, допустим, я иду, там 6:50 утра, еще темно, на работу здесь, на остановку, и они стоят там. Бомжей до хера тоже на этой улице, наркоманов вот здесь. Я прям видел, как кололись. Просто кучкой сидели, кололись. Так, начо фрайс. Вот это сезонные. Картошка, она называется в Штатах фрайс. Это не potatoes, а фрайс. Вообще называется френч фрайс, французская картошка. Сезонная, может, там месяц или два продается, потом пропадает.
сейчас фастфудницы перешли на заказку онлайн. Через DoorDash или Uber Eats. Допустим, если ты заказываешь на сайте, то тебе доставят на дом. Или и те, кто доставляют, они приезжают, там полка специальная. Они берут с этой полки уже, чтобы не ждать, пока приготовили, и доставляют. Или заказываешь на сайте или в приложении телефона, и они делают, ты подходишь, забираешь. Также магазины сейчас тоже заказываешь на сайте или в программе на телефоне, можешь приехать забрать сразу свою еду, продукты, которые ты заказал, просто подъезжаешь, забираешь и все. Вместо того, чтобы идти по магазину и брать товар, идти на кассу, ты можешь на сайте заказал, приехал, забрал, они приготовили уже для тебя. И сейчас еще тоже еще более удобно, я знаю, так Walmart делает. Заказываешь, и они привозят тебе на дом еду и товары. Я не пробовал еще, но я хочу попробовать. То есть продукты нужно пойти купить. Заказываешь на сайте, выбираешь продукты, которые надо, и они доставляют тебе. Это у них новая такая услуга. И доставка должна быть бесплатной. По идее. Я еще не пробовал. Допустим, Uber Eats сотрудничает с магазинами, и товары, которые ты хочешь купить, в частности продукт, они тебе доставляют, и там берется за доставку. Но если, к примеру, большие сети продуктовые будут продавать и доставлять бесплатно или по подписке, что я знаю, есть подписка на год, платишь где-то, может, 100 баксов или 60, то тебе будут доставлять бесплатно, но ты будешь по подписке к этому магазину, что тоже неплохо. То есть это экономит время пойти в магазин, доехать, походить по магазину, взять товар, выбрать и привезти его обратно. То есть это время раз в неделю экономит. И за год, допустим, 2 часа ты можешь потратить на продукты. То есть 2 часа умножить на 12. Сколько сэкономит? Это минимум. Так, попробуем картошки. Картошку я иногда беру в Taco Bell, именно сезонную. У них хорошая приправа, так как это мексиканская. Здесь мало соли и больше приправ, именно натуральных приправ, перец в основном.
короче, дофига машин разъездилось. Надо отойти в более спокойное место. Сюда, на бетонку. Это стадион школьный. Это средняя и младшая школа здесь рядом со мной. Построили где-то в прошлом или позапрошлом году. Эту картошку я беру раз в неделю, на выходных после работы. Вот хоть и тепло на улице, но все равно не плюс 20. Из-за этого закаляешься. Плюс 8, может. Я забыл про него. Это начо соус. Мексиканский. На любителя. Они так и называются, начо фрайс. Из-за соуса. Нужно картошку макать. Здесь зимой
когда снег или дождь, играет футбол. Причем все подряд, взрослые дети. Потому что, как я говорил, в основном моросит дождь здесь. А я думал, что здесь все зонтами ходят до этого. Оказывается, нет, мало кто ходит с зонтами. Все ходят в одежде, которая не промокает. Демисезонная куртка, штаны, обувь, которые не промокают. Зонтами здесь может 5%. Еда не полезная, но иногда может. Не ешь месяцами, ну там, может раз в неделю картошку. Потом иногда так захочется есть. Это, кстати, соус Диабло. Самый острый.